Ой, друзья, в общем, как получается, я сегодня 21 число. Первая серия про борщ, а это уже вторая. Когда приготовила, и он уже получился, я хочу показать. Выйдет оно где-то 22-го. Да, выкладывать я буду 22-го. Всех с праздником поздравляю. А почему? Потому что я в этот день не буду там убирать, стирать, готовить, кушать. Вот почему я объясняю. То, что я это видео снимаю сегодня, а выкладываю его на праздник. Потому что я не буду ни готовить в этот день. Мы пойдем гулять там на кладбище, в церкви там. Ну, я не буду в этот день там вот... Да, завтра... в основном мы гулять. Да, будем. Выкладываю я 22-го. Но сейчас 21-е, уже считаю, что 11 часов вечера. Снимаю сейчас, а выкладываю завтра. Всех, в общем, с праздником. Скоро будет, как, Масленица. В общем, потом уж там пост. О, 20 лет спустя. Прощенный день. Ну все, все вот, поняли уже. Завтра это... родители... Балаболить родители. Будешь еще? Вот. Ты мне говорил минутку. Ладно, вот. Я устал, я, во-первых... Сейчас, там пауза. Повтори. В общем, всех это вселенская родительская суббота. В этот день я не буду ничего делать. Да. Надеюсь, семья понял. Так, та, короче, что вот я там ты борщ приготовил. Да, и вот посмотри, что сейчас ночь. Считай, что уже время-то 11 часов. Уж считай. На самом деле это все монтаж. Неправда. Нет. Ну ладно, все так уже все. Мягкое. Это вот прикол, да. Вот такой вот борщ. Это сними поближе как-нибудь, что красивый-то. Красота и так себе. Вот, мясо, все. Томился час лишним. На медленном огне. Вот такой вот. Да, может быть густоват, но я люблю. Картошечка спать вся захотел. Разварилась, все. Вот такое вот объедение. Ну все, наболталось. Да, все. Ладно, пока. Всем пока. Всех с праздником. До свидания.